Это, наверное, самая сюрреалистичная картина, когда мне доводилось видеть в Dwarf Fortress. Причем, учитывая, что я играю с него, ну, с тех пор, наверное, как он перестал быть двухмерным. И здесь что я вижу? Герой и мертвец, и полный паритет. Невероятно. Такого еще не видел, честное слово. И, наверное, одна из самых главных причин, почему я обожаю Dwarf Fortress. И он мне еще долго-долго не надоест, потому что каждый раз он что-то такое выдаст, что сидишь, чешешь репу и думаешь, ну нифига себе. Вот и хороший пример. Да. Это я к чему? Дабара и Дастет, они оба потеряли сознание от переутверждения. То есть они днем и ночью пинают эту голову и никак не могут убить. А голова, в свою очередь, будучи мертва, никак не может и ничем ответить, потому что клюва у нее нету. И вот так у нее уже сколько? Наверное, несколько месяцев вот в этой абсолютно бестолковой битве. Да, прокачался. Но ты знаешь, мне, наверное, будет есть смысл так же сделать и у меня приблизительно сколько? Здесь 4, здесь полный склад, не на половину будет один лишний у нас, да? Хорошо. Я думаю, нам есть смысл собрать остальных. Chief Medical, значит, Кати мы оставим про запасы. Остальные пойдут в копье тренироваться. Тренироваться играть в футбол. Пусть, наверное, это будет для них небольшим своего рода практикой. Потренируются. Все, что смогут, сделают. И заодно будем спасать то, что мы имеем. Так, надо наших товарищей немного выручить после всех них работы, которые они нам сделали. Ну, этого не произошло. Почему? Милыша, move сюда. Пошли. Окей, хорошо. Немножко также им встряска, потому что такими темпами, как я убиваю своих дворфов, в силу своего мудрого проявление, то я думаю, надо, чтобы они все были натренированы. Так, это нифига себе, отрезали путь к спасению. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что из этого выйдет. Ну, драка сразу, ломанулись. Так, у нас есть раненые, да, я понял. Блин. Что с ним произошло? Fracture, hand return open right. Ну, окей, ладно. И один потерял сознание. Двое? Нет, один. Один целый. Station. Ладно. Ох, ты ж прям бросились в драку. О, да, сотачухался, и Дабара стало тоже. Так, ну этот, я понимаю, он пока целый. Ладно, мы сейчас закончим эту вылазку. Весь форт бросился играть в футбол. Точнее, тренироваться и привыкать к серьезным ужасам. Ага. И у наших новичков началась реакция на солнце. Проблевали. Он, смотри, целую по эту тропинку наблевали. Ну, это да, вечные привычки они после пещерной адаптации. Ладно, пусть они пока пинают ее. А до того, как проголодаются, заберут потом раненых. Стоп. Да, это нет, это наш. Блин, я не смог, куда они уже убежали. Стал. Ладно.
Я пока городом одиночестве посмотрю дальше события эти. А нет, мой раненый сам очухался и дошел до... Прекрасно. Дошел до госпиталя, и сейчас Кати, я думаю, он проснется, соизволит. Займется его рукой. Хорошо. Пока эти пусть валяют дурака. Просто невероятно. Надо было заранее посмотреть, как это сыграет. Значит, Fighters. Это то, что у нас было в начале. Делаем обновление. Видишь, сразу прокачались несколько. И пару подкрывали Six Dwarf. Я увидел это, когда у меня, вот видишь, как Бамклиерлерр стал Эксдворфом. То есть, да, работает, почуют топорами. Как она умудряется и уворачиваться, и летать, и я просто поражаюсь. Если не ошибаюсь, я смотрел также в ее статистике, или характеристиках, можно сказать. Ну. Вот. She's gigantic. То есть она огромная, с огромными мускулами и с висящими, да, как я раньше упоминал, кусками сала. Видимо, вот этот размер и делает ее очень крайне живучей. Почему ты не воюешь? А, он, видимо, просто его шатает, он уже не может это пещерной адаптации. Ходит просто, заблевывает весь форт. Неплохо. Вот это прокачка на все 100. Также видео. Один уже упал, выдохся. Вот это мне понравился момент. Макзоров промахнулся по голове. Значит, она попыталась атаковать, отскочил. Да, опять промахнулся. И тут он в этот, таким, знаешь, суровым челябинским тоном говорит: смерть. Меня это не возмущает. Да, да. Смотри, видишь, опять пробивает и... А, это жир. Ну да, попал рукой в жир и пробил ей мозги. Но все равно, опять же, голова мертвая, и пофиг на это. Такими темпами у нас вообще станет такое легендарное войско, что мертвяки... Это все у меня уже будут, они забросят свои старые профессии, и они станут у меня главной милицией. Невероятно, просто невероятно. Кроме доктора. Что у нас с доктором? Доктор... Просто сделай свое дело. Если не ошибаюсь, ему руки уже вправили, и он вернулся в строй, да? Да, ты посмотри, обалдеть. Я надеюсь, он хоть топор взял. Все, уже начинается жажда у них. Ты знаешь, мне бы очень интересно было посмотреть ее навыки. Она, скорее всего, этот мастер по уворачиванию и отпрыгиванию и так далее. А иначе это просто никак. Все, ладно, пусть Мэддворф возвращается. Приду немного в себя. Некоторые особо упоротые продолжают дубасить. Ну ладно, ради бога. Я надеюсь, они не умрут от голода. Ох, нифига себе, проблевался, какую кучу навалял. А, это прямо, оно так светло ярко-зеленое, потому что на льду. Зимняя красота Велитона. Блевотина на льду, да? Голубое и зеленое. Да. Сколько ненависти должно быть в этом. Я даже убрал их из милиции. Оставил только моих троих воинов. Они все равно продолжают дубасить ее. Это, видимо, они со слезами на глазах просто дубасят ее, вымещая всю свою злобу, которая была раньше. Так, здесь надо посторожнее, это уже серьезней. Ёж. Да, может быть, ёжик это все очень мило и симпатично, но... Опа, вороны прилетели. Так, это уже посерьезнее. Возвращаем обратно все это дело. Пусть милиция прикроет тогда. Я надеюсь, они успели там поесть или что-то сделать. Потому что... Подожди, они прямо в крепость лезут? Или мне кажется? Это толпа вообще... Забылась, просто забылась своей слепой ненависти и ярости в желании убивать мертвых. Я особо их не осуждаю. О, это, смотри, пошло. Пох. Быстро, молодцы.
Вот это милиша все, уже милиша стала реально бойцами. И ты знаешь, мне кажется, им надо их не сквад, выделить в отдельный сквад и дать новое имя, потому что это уже войска, это уже не милиция, это уже спецназовцы в своем роде. Блин, вы придурки, вы наверное, умрете от голода так себя, в гроб загоните. А? Вовремя, кстати, вода эта растаяла. Никто в воду не упал, я надеюсь. Ладно, окей, я не буду продолжать это записывать, потому что это чувство будет до бесконечности. Надо что как-то отключить их от этого дела. Все, наконец-то допер. Через месхал. Остались только моя эта сладкая парочка. Потому что я, честно говоря, боялся за рассудок моих дворфов. Иначе это бы плохо кончилось. Пусть тогда эти наши гоняют ее. А дворфам надо отдохнуть. Я обратно загоню их в милицию, и мы продолжим тренировки попозже. И еще один хотел бы я момент проверить. У нас остались топоры и прочие дела. Ну, главный, да, у нас униформа. Но может быть в этом и моя проблема. Почему я не могу убить голову? Да, я понимаю, прокачивается все это хорошо, но это слишком оно завязывало моих главных героев и постоянно отвлекает. Поэтому, знаешь что, давай мы сделаем так. Добавим. Все-таки специфик, нет, лучше individual choice melee. Пусть они некоторые по желанию возьмут себе, потому что у меня половина команды уже прокачались на топоры, они будут топоры принимать по-любому. Вот, а некоторые, может, пусть возьмут молоты и попробуют ее раздубасить. Так, assign uniforms, arms guard, militia есть, вперед. Все, пусть они разбирают это новое оружие. Так, некоторые покидали ломы, побежали, взяли другие вещи. Хорошо. Добавим еще такой вариант. Дассет опять упал от бессилия и защищается щитом. От нее лежит просто. Загнали себя в угол, называется. Похоже, мы эту голову зажали. Вогнали в ворота. Милиша командир продолжает ее долбасить своим топором. Парочка сладкая также здесь отдыхает. И сейчас я еще подгоняю остатки былой роскоши в милицию. В общем, надеюсь, если она не будет двигаться, мы ее все-таки запинаем. Да, я понимаю, конечно, что мы теряем возможность сильной прокачки, но не здесь и не так. А, нет, собака опять побежала. Ну что ты будешь делать, а? Ладно. Игра продолжается. Нет! Очень опасная ситуация. Гол забили, прямо в ручей скидывали. То есть, в общем, ее пинали, допинали, и она упала сюда. Так, теперь я надеюсь, никто из придурков туда не бросится за ней. Аккуратно, аккуратно. Все, остановилась. Фух. Ну, я не знаю, сюда они уже не смогут добраться. Я надеюсь, эти придурки не полезут в водопад еще. Нет, все возвращаются в форт. Фух, ладно, все, гол забили. 0-1 в пользу, точнее нет, если не ошибаюсь, 31 в пользу мертвых. Но ничего, хотя бы мы ответили. Значит, ничья в плане битвы, я имею в виду. Убить мы ее не смогли, но скинуть, избавиться получилось. Ай, фух. Так, давай подотыжим. У нас еще одна голова нарисовалась. Это я тут менял. Пытался. У меня, в общем, дворфы застряли опять, и я не мог их заставить. Стояли, умирали от жажды. Вот. Выяснилось потом, как сработало. Значит, когда они застревают, они могут стоять, умирать от жажды, и это кому-то может пригодиться, этот совет. И ничего нельзя сделать. Я пытался изменить команду, там и так далее, там подобное. Гнал их в этот, на тревогу и так далее, там подобное. В общем, самый лучший момент это дать им начать опять какой-то конфликт. Это для них самое эффективное будет. То есть у них как-то происходит какой-то сброс, и они сразу убегают обратно, бегут пить и кушать. Дабара, ты куда? А она к своему любовнику спешит навстречу после тяжкой битвы. Ну хорошо, хорошо, все, вернулась все свои. У дворфов начинается жизнь. И поскольку караван не пришел, я возвращаюсь обратно к фермерским делам.
Этим у меня будет заниматься милиция. Вот я им дал новую команду, потому что с другие это будут ремесленники, у них более поважнее вещи. И все. Теперь, я надеюсь, можно будет вернуться в свои стандартные ситуации. Ты посмотри, все заблевали. Обливали даже двери, а? Надо почаще их выгонять на улицу. В общем, я сейчас перехожу в режим ожидания опять. И мы будем ждать новую популяцию. Потому что сейчас я пока... Жизнь форта упирается очень в узкое направление. Ну, активности свои, да, что-нибудь делать. И все. Кстати. А голова может замерзнуть здесь? Нет, она вроде... Это, да, это мелкие рощи, это не глубокие, к сожалению. А нет, вот, есть. Ладно, я буду надеяться, что оно все-таки с собакой-то утонет. Ну, холод скует. И мы ее заморозим насмерть. Уже финальную смерть. Так вот, в общем, сейчас я пока ничего не буду делать. Я буду выжидать новую популяцию, потому что мне нужно шахтеры закончить красную шахту, эту глотку мою. И продолжить строить мост. Ну, вообще, все остальные механизмы, дальше планировку. И нужен механик. Ну, в общем, работы еще дофига, поэтому я ставлю на паузу и буду в офлайне, если можно так выразиться, продолжать играть, пока не придет следующая миграционная волна. Ну, наконец-то. Мигранты пришли. Так и хочется прям взять краски в руки и нарисовать картину. Мигранты, ну, типа, а-ля грачи прилетели, да? Мигранты пришли. О, нет, ну не вовремя, ну... Это ирония судьбы или что это? Я думал, эти мои двое охраняют вход, и нет, вороны ждали именно там, где они хотели. This is a bad joke, man. It's no good. Так, ну давайте, ребята, выбегайте. Пока не буду гонять по всему их полю. Ай. Причем совершенно с другой стороны пришли. Вашу мать! Так, когда зум делаешь, но команда не работает. Station. Все, пошли. Нет, 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 нет! Откуда вы что, издеваетесь, что ли? Какого хрена? Единственная миграция, которая пришла, и тут целое облако вороных встречает. Вы шутите, блин! Не, ну это... Ну... Я не могу так. Это самое... Это какое-то, блядь, издевательство нахер. Эти двое стоят, колупаются в залупе. Один... Ну, прибежали наконец-то. Спасибо, вовремя нафиг. Ай, ёпрасоте. Ну, теперь давай ждать, пока кто-нибудь из дворфа восстанет. Все? Это вся моя миграция была, да? Так, а ты че лежишь? Устал. Набегался, бедняжка. О, боже, еще двое затащили на дерево их. И шахтера потерял, который мне нужен был больше всего. Блин, ну камон, ну... Что я такого сделал? Можно узнать. Так, что у нас здесь? Один проскочил. Баба какая-то. Такая, универсал. Ну ладно, она станет коком. Больше она ничего не потянет. Не, ну... Тяжело, тяжело. Еле дождался, наконец-то пришли. И тут их специально встретили. И сожрали. Никто не успел добежать, никто даже и пукнуть не успел. Сразу выкосили. Блядские эти вороны. Да... Вынесли их, но мне от этого не легче не стало, честно говоря. Да, радует, что хотя бы они мастера, хотя бы не дать могут. И дождь начался еще. Просто такие осунувшиеся уходят все. Еще одна ворона? Откуда это, блядь, взялась? Дробовый корпус, pick up equipment. А, ну это старый, наверное, был.
Ну, я в расстройстве. Теперь надо ждать, пока кто-то из этих подымется. А из этих кто-то подымется обязательно. А, началось. Еще одна прилетела тварь. Мерзкая. Давайте, возвращайтесь, стопайте под дождем обратно. Стоп, он... Подожди, мне показал, или он убегает от этой блядской вороны? Убейте эту тварь. Зла не хватает просто. Оп-оп-оп-оп, что происходит? Так, ну он долбанул топором, хорошо. В принципе, работает. Заблокировал. Отразил. Фига себе, он вцепился ее в палец и раздрал ему ноготь. Тварь. Сквозь перчатку, тем более еще. Он устал, правда. Вот это, кстати, опасно очень. Если он потеряет сознание, опять вырубится. Ну где... Че вы там стоите, мать вашу, за ногу, а? А, эти уже в форте. Пока не добегут обратно, это еще полдня пройдет. Все, добил, да? Хорошо, все, уходи, пока эти не восстали. Шесть. Все, было, да, мигрантов? Один проскочил. Коган Ингиш. Зон, Олон. Все остальное вороны. Да, значит, пятеро. Один из них уцелел. Ну, как это называется? А теперь мне еще дополнительно еще четыре привидения будет. Надо будет с ними что-то делать. Желательно, конечно, было похоронить. Так, здесь я начал уже немножко отшлифовывать камень, потому что уже давно пора. Собак переселил сюда. Пусть они тут тявкают. И начал производить также ниши, делает для комнат, чтобы повысить настроение. То есть я ставлю сюда раки, там статуи, ну, это стенды для оружия и для брони, украшения для комнат. То есть они в этом плане, пусть дворфы хотя бы радуются. Что это такое? Старая, да? Я надеюсь. Окей. Ну вот, это была моя первая миграция. Без слов. Пусть она готовит жертву. Ай, мне остается делать дальше. Ждать еще одну миграцию, что ли? Да, Grim Dark. И не понял юмора. Как голова вылезла из фонтана и приперлась ко мне в форт? Подожди, что-то здесь не так. The biggest gun. У меня вторая голова без клюва приперлась ко мне сюда. Ну, второй тайм, матч продолжается. Судья выводит мяч на поле, и игроки начинают защиту собственных ворот. Резко причем. Я хочу угробить ее до ловушек. Подожди, я не думаю, что это серьезно такая голова. Ну, блин, ну. She's gigantic with incredible muscles. Нет, то же самое, огромнейшая голова с протухшими мозгами. Ну вы, блин, даете. Так, ну хорошо, партия продолжается. Ну нихера себе. Так, ну давай посмотрим, что у нас здесь получится в защите ворот. Не, еще погнали сразу на улицу. Все ломанулись. Ну нифига себе. Слушай, у меня это один из самых странных наркоманских фортов, который мне доводилось только встречать. Обалдеть. И то же самое, это ты знаешь, армок мне специально, то есть я в собственном лице, я специально себе создаю как-то бессознательно или что, специально, я даже не знаю, как это объяснить. Но вот смотри, Даст отсюда тоже прибежал присоединиться к компании. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бросай камень, давай, у тебя столько-то... Ух ты. Masterpiece, чек стоит на вара, триглифт.
Что это за стоит? Ты такая интересная. С таким именем. Created by Nish Nowara. Это значит Masterfields Nowara сделанный. Twilight. А, это Ogress. Это та, которая ходит по болотам, да? Окей, хорошо. Ну ладно, мы ее потом поставим туда, где будем мусор скидывать. В общем, я после того единственного мигранта, который выжил, я решил делать из нее не повариху, а шахтера. Потому что мне шахтер сейчас с ней, сейчас она там начала мусорку. В общем, она, как я понимаю, они ее дубасят, она катается по склону, здесь не может вылететь наружу. И они ее херачат до упора. То есть пока не потеряют сознание. Блин, мне сюда надо всех подключить. Кстати, знаешь, давай мы ее тоже сюда врубим. Так, ее зовут Ровод. А, пойдут все, кроме медикала. Будем прокачивать дальше. Экспедитора. Все, пацаны, давайте. Хватайте оружие, все, что у вас попадает, и присоединяйтесь к игре. 10 человек. 10 дворфов. Команда у нас полная. Ничто не предвещало. Опа, ломанулись. Все, то же самое. Пока. Подожди, эти уже устали, что ли? Нет? Нормально, херач. Нет, вот, потерял сознание. О, боже мой. Ладно, пусть дубасит. Таликат стал лордом топоров. Да, вот это безумная прокачка. Ровод стал. Это наш новый шахтер. Реслером. Видимо, топор не успела схватить и побежала так душить ее. Да, эта ворона получает пиздюлей, наверное, за все прошлое смерти и унижение от мертвых, которые все просто отрываются. Это... Я никак не понимаю, как она выдерживает такую нагрузку ударов. Сколько ее пинают, рубят, месят, кусают, щипают. Все, что могут, делают. Она, как Иисус Христос, принимает все наказания за все грехи своих мертвых наций. Эти двое, правда, отдыхают. Ну ладно, ради бога. Мне больше достанется. Да. Вот это петрушка. В общем, как прежняя программа. Будем ее дубасить, пока не начнут умирать от голода и жажды. То есть по максимуму выкладываться. Это будут станут мои главные защитники. Футболисты Велитон. Я не могу, тут умираю. Значит, Sturdy Brush, это тот, который мой этот... значит, он просто ринулся на Азенрит голову и дубасит своей головой, то есть он бодается просто с ней. Мне нечем больше делать, потом он херачит своей головой по голове этой, пробивая мозги. Ой, наркомания, блядь. Это история, Антон, я тебе отвечаю, это история. Да, я, наверное, будет грамотнее, чтобы мне все могли тренироваться. Сделаем так. Создаю новый сквад. Значит, это то, что я забыл поменять. Переименуем его... Ты знаешь, мне интересно будут твои варианты послушать. Я сейчас пока время его назову. Dead Ravens. Так, а второе будет это у нас милиция, куда все пойдут остальные. Так, значит, будет его возглавлять длиннобороды, и все они будут дубасить. В общем, все, что положено. А лорды мои, они уже пойдут в свой элитный сквадрон под командованием. Кто это у нас? Да, Кейга Хорен какой-то. Ну, в общем, все как всегда. Они уже здесь стоят, Dead Ravens и Милиша здесь у нас. Отлично. Командира мы не можем переназначить, потому что он занят. Вот так вот. Отлично. Значит, тогда милиша тоже у нас выполняет команду убить голову. И пусть, как говорится, все участвуют в игре в этой. Чтобы все уже отвели душу, как говорится, как положено. Вот эти двое почему-то не рыпаются. Ну ладно.
Но я чувствую, эту голову я уже не добью. Это то же самое, что и там будет, только здесь еще хуже. Если я перекрыл вход караваном с этой головой, надо что-то с ней делать. Ситуация, она как бы... Я даже не знаю, ругаться мне или смеяться, честное слово. Ну, в самом деле, подумай, да? Мы можем прокачаться, вообще создать таких убер-машин, что вот, мне уже 4 лорда стали. Давай-ка посмотрим, обновим. Обновим. Значит так, 3 идеальных файтера, здесь эти прокачались, количество убитых 12, 7 ворон, 20 посумов, мертвый кошка, ежик и собака, да. Так, обновляем. Ну, уже, видишь, стали проросло. Как все стали легендарными файтерами, и этими стали уже легендарные экс-дворфы. То есть эти ребята уже вынесут кого хочешь. Это самая уже стала элита. Благодаря фанатской любви к футболу. Хорошо. Так вот, это все хорошо, но теперь как у меня караван пройдет? Потому что если они опять упрутся в эту голову, то... Окей, знаешь, что еще остается? Ловушки. Все. Так, выключаем, выключаем. Кто желающий, хотят выйти из боя, не? Или все продолжают дубасить ее, как обозревшие? Видишь, она пытается толкнуть, но сил нету, потому что у этой головы. То есть она катается там, а ее просто все херачат. Но меня больше всего со смеху сведет, что они как бы уперли, загнали ее в угол. Она не может выкатиться в другую сторону, а вылететь наружу не позволяет, видимо, склон. То есть она как бы скатывается обратно, ее дубасит. Скатывается обратно и получает новые фофоны. Так, давай-ка устроим, отзовем всех обратно. Месхал. Не, пофиг, никто не хочет уходить. Срать они хотели. Уже тратит... Блин. Опять начинается наша песня, хорошо. Dizzy over exercise and conscience. В общем, они посменно работают. Кто теряет сознание от усталости, они начинают валяться, из-за его места начинают дубасить друга. Как теперь их отсюда выгнать, можно знать. Не, борода, я реально так. Я сейчас думаю, я в недоумении. Потому что сейчас у нас что? Поздний, в секунду на секунду, если мне повезет, может прийти караван людей. Несмотря на то, что поселение очень далеко, есть шанс. Раз. Эльфы, кстати, так ни разу не пришли, собаки трусливые. Что делать с этой головой? Мне сначала надо будет, наверное, отвезти все моих яро-уперных футболистов, чтобы они могли попить, пожрать и вернуться к... А голову, может, есть смысл мне пустить в ловушки. Почему у меня эта дверь открыта? Потому что там лежит кусок камня, не дает запереться ей. Так, да? Может, ловушки сделать свое дело? Тогда мы сможем опять вернуться. Я понимаю, прокачка хорошо, но я не могу останавливать. Я теряю контроль над ситуацией вообще, потому что я не могу вырубить дворфов. Так что, давай я, наверное, на это заканчиваюсь. На этом моменте. И дай мне знать, что ты думаешь. Потому что тут какая-то... Я говорю, я вот сейчас сижу, я смотрю на эту ситуацию, и я не знаю, либо мне ругаться, либо сердиться, либо... смеяться, либо радоваться. Что мне здесь сейчас сделать? Как мне на это эмоционально реагировать? Потому что такой омский наркоманизм мне еще пока не встречался. И это интересно, это новое, это свежо. Ну, до поры до времени. Всему надо знать меру. Наркомании тоже. О, ребенок присоединился. Тоже будет херачить его, интересно. Куда ты идешь? А, хавать. Схватил просто листочек, да. А ну-ка, что пацан по этому поводу думает? Он заинтересован быть там... Он очень любопытный, да? Его это привидение напугало. Ой. Наркомания. Все, давай, я тебя увижу в следующей серии.